Любишь почитать новости Battleground'а? Тогда эта группа ВКонтакте для тебя. Здесь ты найдешь не только типичные новости и обновления от разработчиков, а полноценную киберспортивную информацию о различных турнирах, составах команд, их рейтинги и много чего еще. Заходи и подписывайся на Киберньюз. Ссылочка в описании. Всем привет, с вами как всегда Фил, и сегодня я хочу перевести для вас интервью с исполнительным продюсером и вице-президентом команды создателей PlayerUnknown's Battlegrounds Чанханом Кимом, от которого мы узнаем о сотрудничестве разработчиков с компанией Intel, узнаем о его личном отношении к игре и немного заглянем в планы на будущее. Первый вопрос к разработчику был посвящен конкуренции и развитию игры в будущем. На что он ответил, что в успехе Battleground'а, как и в самом геймплее игры, присутствует доля рандома, которая и позволяет игре быть такой увлекательной и отличающейся от других. Однако сами разработчики считают свой проект не идеальным и постоянно изучают принципы жанра Battle Royale, прислушиваются к отзывам игроков и каждый день стремятся улучшить свой продукт. Что касается конкуренции, некоторые компании и вправду пытаются повторить идею игры и сделать что-то похожее. Чанхан, как в принципе и я сам, считает, что для того, чтобы составить конкуренцию PUBG, нужно, чтобы вышла какая-то новая идея и не без доли везения вырвалась в люди. Повторять то, что уже сделано, вряд ли принесет кому-то большой успех. Второй вопрос касался выхода игры на Xbox. Ким ответил, что в планах сделать игру кроссплатформенной, чтобы объединить сообщество Battleground, и оно стало еще больше. Но технически этот вопрос слишком сложный, так как сделать одинаковый баланс в игре между игровой консолью и персональным компьютером очень тяжело. Поэтому эта задача не стоит в числе первых. Разработчики считают, что вначале надо сделать полноценную игру на ПК, а потом уже заниматься кроссплатформенностью. Третий вопрос звучал так. Как изменится игра к релизу? На что разработчик ответил, что самые большие изменения, по их мнению, наступят тогда, когда в игру добавят паркур. Напомню, что его ввод ожидается уже в начале ноября, а тестировать на открытом сервере возможно будут уже с конца октября. Так что подождать осталось совсем немного. Плюс к этому, они не забывают работать над добавлением нового контента для игры. Четвертый вопрос был посвящен игровому творчеству, как к нему относятся разработчики. Продюсер игры сказал, что ему и команде очень приятно наблюдать за творениями талантливых людей. Даже в ожидании матча на стартовом острове некоторые люди играют очень красивую музыку и поют. В будущем планируется найти способ выделения, а возможно даже и поощрения талантов. Пятый вопрос был об обратной связи и комьюнити блогеров. Ким сказал, что для разработчиков очень важно мнение игроков, и создатели роликов и стримов по игре тоже в первую очередь являются для них игроками. Некоторым они даже оказывают небольшую поддержку в развитии, и зачастую сами смотрят популярные стримы по игре для того, чтобы получить обратную связь. Тем не менее, они считают, что нельзя ставить блогера выше обычного игрока, и их мнения имеют абсолютно одинаковый вес при принятии решений. Очень странным заявлением стало то, что разработчик считает, что в целом медиа-контент не сильно повлиял на популярность игры, в чем я с ним категорически не согласен. Безусловно, сама по себе игра получилась безумно крутой, но я думаю, многие узнали о ней только благодаря тому, что увидели по ней какой-нибудь ролик на YouTube. В любом случае, блогеры сэкономили разработчикам кучу денег на продвижении, за что они должны быть им благодарны. В шестом вопросе нам рассказали о сотрудничестве с крупными корпорациями. Одной из них является компания Intel. Сотрудничество с ней идет во многих областях, но в основном это вопрос оптимизации. Плюс, как мы уже знаем, из появления в игре функции Shadow Play разработчики тесно сотрудничают с Nvidia. Кстати говоря, тоже в вопросе оптимизации, только уже в графической части. И последний, седьмой вопрос был посвящен игре самого разработчика в PUBG. На что он сказал, что плохо стреляет и контролирует игру, поэтому играет только в сквадах и всегда слушается товарища по команде, и чаще всего прикрывает им задницы. Тем не менее, получает безумное удовольствие от победы и после каждой выигранной катки чувствует, что может повторить это еще раз. И на этом все, всем спасибо за просмотр. Кстати, у кого как дела с FPS после последнего обновления? У меня вообще подскочило выше сотни, на очень даже хороших настройках. Интересно, как дела у моих дорогих подписчиков? Обязательно напишите в комментах, желаю вам побольше топов и ярких жизненных моментов. Пока-пока.